Так, приехали в гости у друзей, у которых есть лаборатория, которая печатает фотографии, печатает на фотобумаге. У каждого города есть такие лаборатории, где делает фотографии из пленок и сейчас из цифровых носителей. Принцип такой, как всегда, есть. Получается фиксаж и так не разлить, так есть выход на слив фиксажа. В этом принтере все реагенты получается смешиваются, не разделяются. Проявитель с фиксажем идет как бы в одну бочку, но это у нас не помешает сделать такой вот опыт. Сейчас налью я бутылочку с этой жидкостью. Так, ну вот. Она так хорошо пахнет, шампунчик там есть. Закрою. Здесь есть много, видно, всяких растворов. Вот это есть проявитель. Это есть фиксаж. Ну, а то потом это воды, там шампунчик. Здесь можно слить все. Вот. Ну, у нас получилась вот такая вот черная, как йод, жидкость такая. Вот. Это, в принципе, тиосульфат натрия. Или, как его называют, хипо. Хипофиксер. Он, почему у него такой цвет? Потому что в фотобумаге есть серебро в виде бромида серебра. И вот этот сейчас раствор, получается, как бы содержит серебро в тиосульфатном комплексе. И здесь присутствует бром. Ну, у него ПХ довольно большой, около 12. Ну, вот сейчас поеду к себе и продолжим. Так, я вернулся. Так, у нас есть бутылка. Не знаю, пол-литра, литр, не знаю. Как-то не знаю. Так, ну вот, сейчас покажу. У меня есть такой вот миксер. Здесь внутри. Так, все, упало. Так, посмотрим на эту штуковину. Вот эта штуковина у меня есть специально сделана. Ее можно вытащить. Она вытаскивается. Это нержавейка. Очень-очень хорошая. Используется рулончик для аппарата с той же самой химией. Он там плавает постоянно, не корродирует. И я использую это как инструмент для мерки. Вот здесь есть такая вот приспособление. Внутри есть мешалка. Это была кружка термо когда-то, из рудового. Это из нержавейки пищевой. Но для этой цели она очень хорошо подходит. Так. Хочу сначала объяснить, вот там внутри будет, сейчас включим эту мешалку. Так, ну вот включили, зацентрировали, вот она там мешается, вот, например, так. Так, сама кружка у нас будет, получается, плюсом, а минусом будет вот этот стержень. Перед самим экспериментом его обычно я взвешиваю очень четко. И потом я вот беру эту жидкость, которую я не знаю, что, сколько внутри. И вот я вот наливаю внутри. И он мешает это все дело. Так, ну вот.
налью я вот приблизительно вот, вот столько. Вот еще там осталось. Приблизительно здесь с концентрацией я уже знаю, это 1 грамм серебра на литр. Но если, например, я не знаю, сколько там, и собираюсь покупать или идти на проценты, тогда мне надо очень точно знать. Вот я вот беру, вот туда ставлю по центру такой вот стержень, и там происходит, ну, такой постоянный торнадо. И вот сейчас мы поставим минус. Минус поставим наверх. Так, чтобы это все не развалилось. Ну, я очень редко его использую, потому что мне уже все записано. Где, как и... Это такой миниатюрный аппаратик, который, ну, работает просто как часы. Так, ну вот и включаем питание. И вот процесс пошел. Сейчас я выключусь. И где-то процесс очень медленный. До полного извлечения серебра оттуда, чтобы его просто не сжечь, и он не выпал бы черным сульфидом и будет вонять дохлыми яйцами на все помещение. И не только он выпадет, но он при разложении тиосульфата, он будет потерять свойство, он перейдет на соединение брома. И бром уже электролизом невозможно будет подумать. И это серебро останется в растворе, и она будет, ну, потеряна, если его будет очень дорого оттуда достать. Вот такие. Так, сейчас пойдем на паузу, и через какой-то момент, ну, через часик, я покажу, что там случилось внутри. Так, прошло 15 минут. Ну и посмотрим, что случилось. Никаких вонючих газов нет. Надо быть все в порядке. Ну вот, блестящий стержень стал таким желтеньким. Вот он уже покрылся металлом. Ну, вот такого, типа, чуть-чуть такого оранжевого, желтого, серого такого вот цвета нужен быть осадок. Со временем он, с увеличением слоя, будет появляться порость, и он станет таким, как песком. У меня на канале есть показан, как я менял одну из пластин. У меня есть такой реактор на 30 литров. Там тоже используется такая же система торнадо, где насос поддает снизу напор, и он крутится. Там только исполнение внутренности есть, вынимаемая вот такая площадь большая. Но здесь, конечно, расстояние тоже слишком близкое, потому может со временем, когда появится уже порость, и этот песок может срываться и падать на дно. Когда он падает на дно, он в этой жидкости оксидируется до, ну, в принципе, до сульфида. Если нету сетки с отрицательным напряжением, который изолирует, как бы, ну, все время от растворения и оксидации, как на самом стержне, ну, тогда это, можно сказать, уже получается брак. Так, пойду на паузику. Так, ну, прошло где-то 35 минут. Наверное, долго я не буду его там. Ну, вот такой он выглядит сейчас. Я его отсоединю, не развалилось. Так, ладно, упал.
Так, вытаскиваем. Чуть-чуть пенится, потому что есть шампунь тут там много. Так, вот такой он. Сейчас мы его чуть-чуть почистим. И попробую я его посмотреть. Он очень хорошо отделяется. Не надо там растворять нигде. Так, я и хотел сейчас показать. Вот есть такое средство. Очень такое хорошее. Он называется AgaFix. Сама пластинка выглядит вот такая. Есть много разных, которые для платины, которые для золота. Для тех, которые золото, для цианида, там есть 4 таких кружочка. Там есть ПХ, там есть свободный цианид и еще золото. И, ну вот здесь есть, видно, где есть серебро и где есть ПХ. Это как раз показывает вот от 0 до 10. Ну, 10 это офсет, там где есть офсет, такие большие пластины. Но обычно вот рентгеновские фиксажи это около 5 и выше. Обычно их ипо там бывает 0,5, 1 и 2. Ну, если разделяется фиксажи, там бывает и 3. Ну, в общем, там по-всякому. Вот здесь как раз перед этим он чуть-чуть засох. Перед этим я попробовал. Ну, вот он здесь видно, что есть где-то... Ну, он показывал, что есть один, он просто подсох, это, ну, где-то вот здесь он был. И как-то мне надо его смыть. Ну, где-то около 7 был ПХ. Вот такие есть. Ну, довольно дорогой, там одна вот такая листочка, ну, около 50 евроцентов стоит. Ну, использовать надо по назначению. Так, где мой ножик? Сейчас поймаем фокус. Попробую я отдернуть что-то от этого покрыва. Я не хотел его долго держать, потому что тогда уже не удастся его просто так срезать. Он будет уже толстый. Так, и может быть, и он еще очень тоненький этот. Так, ну вот видно, что блески полетели. Ну, как-то так, ну вот так, ну, чуть-чуть удалось сорвать. И вот дальше можно его, этого серебра, вот ноготем оттуда, и он, ну, он блестящий, он чистый. Это получается 98%, потому что фиксажи есть еще титан. Потому что фотобумаги есть титан, окись титана. И, ну вот. И так вот, обычно, когда он вырабатывается, и там есть другие советские индикаторы, индикатор просто бросается туда внутрь, где-то на 10 минут. Если он чуть-чуть коричневый, ну, тогда еще там осталось. Ну, обычно индикатор просто желтенький, и, значит, там, ну, за сутку там можно все выработать. Вот, вот такие вот фотофиксары. Это самый-самый такой из лучших вариантов достать этот серебро. Оттуда. Вот такие вот дела. Кому понравилось, ставьте лайк. Дайте $1, и я куплю себе мороженое. Всем пока!